Кстати, вот по поводу этих учений, мы их вспоминали с Китаем в Беларуси. Достаточно резонансная тема, и что за ней кроется, а главное, почему русских не позвали? Ничего за ней не кроется, это все, опять же, это все белый шум, белая пыль. Смотрите, приехало 70 китайцев, я их пересчитала, пока они по плацу маршировали. Прям запарилась, серьезно, думаю, надо же этот видосик посмотреть. Это со знаменосцами и трубачами. Значит, вот они приехали, окей, хорошо. Значит, у них серьезные учения, которые называются, ой, господи, что они курят? Атакующий сокол. Да, значит, мы учимся нырять в окопы и уничтожать противника, если по-простому, да, и, значит, форсировать блиндаж. Вообще-то их этому учили вагнеровцы, но они решили еще заплатить китайцам. Значит, дальше, вместе с этими прибывшими, я так подозреваю, отдельным, ну, в смысле, они на плацу не маршировали, поэтому еще человек 10, слава богу, не в багажнике, завезли, которые стали, провели семинар по поводу того, как по-китайски, да, обеспечивать тыл, и чтобы он, соответственно, с фронтом классно работал, да. Ну, я назову этот семинар, потому что по-другому это назвать нельзя. Даже не то, что у нас нет с Китаем общей границы, у нас не может быть ничего вообще. При всем при этом, когда последний раз воевал Китай? И когда последний раз воевала Беларусь? То есть две давно не воюющие страны учат друг дружку, как сокол атакует. Ну, очень странная история. Это не странная история. Опять же, вот то, с чего мы начинали. Эта армия должна быть при деле. Это должны все внутри знать, все белорусы, что с Лукашенко не только Россия, но еще и Китай, понимаете? А вот еще и Казахстан. Да, и мы прям, у нас же был недавно этот, да, ШОС, и вот мы такие, вот, пожалуйста, нам китайцев дали. Да, вот они приехали, им заплатили, они попили водки, сказали спасибо, мы, так сказать, домой, а то у вас тут жарковато. Татьяна, в одном из своих интервью вы говорили о том, что Лукашенко готовит себе отходы где-то на африканских островах планирует. Прекрасно ему подойдет. Там как раз армия 1500 плюс 100 воздушный флот, плюс пару островов, на которых вообще жизни нет, и еще пару островов, которые совсем не заселены. Ну, чего нет-то? Вполне себе. А так на случай чего? Когда он собирается туда работать? Слушайте, Вова, если это как бы Вова Кирдык, кто его будет защищать? Расскажите мне, пожалуйста. Все. В Беларуси нет армии. В Беларуси некому защищать Беларусь. Он довел этот фигляр ПЖ, довел страну до того, что ее некому защищать. И он открыто сегодня сказал это прямо на совещании, что нас некому защитить, что если мы, не дай Боже, это допустим, то все. Когда это говорит глава государства, ну о чем? Даже захвативший власть, даже упы. Вот он местами настолько прорывается вот вся эта правда про мощь и немощь белорусской армии и про страх, который у него действительно есть, потому что без Вовы Путина он ничего. Китай не полезет его спасать. Китаю, наоборот, выгодно иметь хорошие отношения с более демократической и неупоротой Белоруссией. Вот так ему вполне себе подойдет. Только, пожалуйста, вот у нас там есть интересы, их немного, и фиг с ним, даже если мы их потеряем. Но желательно, пущай лучше будет.